Так, ну что ж, всем привет. У нас сегодня будет настройка гитары. Нашел я свой старый камертон. Вот он, это Clarissimo камертон. Вот немножко обещаем в таком формате, в обрезанном. Гитара, оказывается, у нас была расстроенная. Поэтому, как видите, слышите, да? Ой, да? Не очень, да? Ой-ой-ой, очень она сбоит. Может быть, в связи с включением отопления, в связи с разными различными факторами, но у нас происходит так называемый сбой, то есть каждую там неделю-две, особенно если часто не играешь, приходится ее настраивать. А раньше я думал, то, что настройка гитары это, ну, в свое время я играл 6 лет профессионально в школе. И проблем с настройкой не возникало. Сейчас, видимо, навыки уже потерялись, и, соответственно, пришлось воспользоваться вот этим вот инструментом. Сейчас мы будем настраивать ноту ля. Начнем с нее, потому что настройка камертона идет по ноте ля. Берем ноту ля, вот она у нас ля. Я думаю, что она чистая, но однако нет. То есть берем камертон, достаем. Всем покажу, я сам должен вспомнить, конечно, это дело. Очень давно не настраивал, уже порядка 10 лет, если не больше. Видите, да? То есть берем вилку, вот так вот пальцы берем. У нас должна быть свободна вот эта часть. Бьем об колено. Вот здесь у меня колено, здесь не видно, вот оно колено. Бьем об колено и прикладываем вот чистую ноту ля. Прикладываем вот этим шариком, горошком. Прикладываем к деке гитары. Вот сюда вот нижнюю часть показываю. Бью по колено. Ну-ка еще разочек. Навык уже, конечно, потерян. Вот. Видите, да? То есть я бью. Сложно попасть вот. Слышен звук, да? И по нему мы уже настраиваем. Видите, да? То есть насколько неправильная нота звучит. Запомним еще раз звук. Берем, бьем в колено и подставляем. Слышали, да? И теперь сравним его с нотой ля нашей. Чуть-чуть на полтона ниже, да, как бы подтягиваем струну. Ну, примерно так. Смотрим, проверяем. Еще раз. Это процесс такой довольно-таки.
Почти, чуть-чуть еще. Очень струна, оказывается, ослабла, и все струны поэтому поплыли. Аккуратно подтягиваем колки. Я вам покажу колки. Вот они, колки. Раз, два, три. И верхняя часть. Раз, два, три. Колки нужны для подтягивания. Еще раз проверяем. Я когда делал, я брал, опять ударил в колено. Ну, почти то же самое. То есть можно вот так вот проверять, чтобы одной рукой держать здесь и второй проверять на ладу. Вот так вот. Еще разок. Ну вот, более-менее, более вот сейчас я уже наблюдаю вот эту более-менее строчку. Сейчас еще разок контрольный. Трудно, конечно, попасть, но сильные колено не бейте себе. Можно ударить, я не знаю, об этом я не буду, здесь у меня телефон стоит, записывает. Но что-нибудь ударить такое, ну, в руку тоже как бы. Вот, отлично, идеально настроили. То есть вот такой, в принципе. И уже от него мы дальше настроили нутуля с вами. Еще раз контрольный делаем замер. Берем камертон, бьем в колено. Можем в руку просто. Ля. Еще разок. Проверяем наоборот. Берем ноту ля. Отлично, идеально встроено. И уже от нее все, отталкиваясь. Мы уже сейчас настроим по пятому ладу. Обычно я настраиваю. Берем пятый лад, вот он с точкой. Здесь точки у нас указаны. Пятый лад с точкой настраиваем. Есть, конечно, варианты настройка с помощью вот такого устройства автоматического, так называемого. О, Черуб называется, Черуб. Автотюнер Мик Клипков. Не знаю, как он работает. Флэт А4 ритм. То есть, как-то, видимо, он электронный. Как он работает, вы мне, может, расскажете. Я вообще не в курсе, если честно. Никогда не пользовался. Все по старинке, может быть, пользовался камертоном. Так он выглядит. Работает от батарейки, судя по всему, от таблетки. Здесь имеется такой зажим у нас. И Cherub AutoTuner VST 523. Может быть, кто знает, пользовался ли настройки, как это делать. Я, потому что из старой школы закалки. Поэтому могу все не знать. И, может быть, вы расскажете мне, как правильно настраивать с помощью вот этого устройства. А не вот это вот, которое у меня было. Может быть, оно более точно. Ну, опять же, металл против пластика. Кто победит, как вы думаете? Этим я настроил. Это я вообще не появился ни разу. Может быть, это лучше, но быстрее в плане, но не так точно. Что ж, мы поймали нотуля с вами, то, что наша отправная точка, и смотрим, что стало. Увидите, да? Еще разок проверяем. Очень гитара вроде. То есть не знаю, с чем это связано. То ли то, что дома жарко там, то ли еще что-то. Ну, очень часто приходится настраивать ее, перенастраивать. То есть, может быть, от времени она уже плывет, но не знаю. То есть,
как бы очень непонятно. Еще раз проверяем контрольный недомер. Тихонечко. Более-менее. И что мы видим? У нас остальные струны у нас просто расстроены. То есть, если нота ля мы на первой струне поймали, ля, более-менее ля, да? Очень-очень расстроены, да? Вторая струна вообще никуда. Подтягиваем ее наверх. Берем заколку. Вот за эту вот колку. Аккуратненько тянем вверх. Более-менее, если слышите, да? Унисон, поймали? Третья струна. Тоже не очень, согласны? Третья струна вверх. Колку третью берем, настраиваем. Еще чуть-чуть. Отлично. Четвертая струна. Ой, как была не настроена гитара, если честно. Четвертая струна вверх. Колку берем. Вот это колка. Вверх. Аккуратненько. Пятая струна. Ну, вы слышите, да, сами? Пятая струна. Аж целых полтона было расстроено. Шестая струна. Слышите, да? Повеселее немножко стало, да? Получается. То есть, вот в принципе, вот таким методом можно настроить гитару, любую, в принципе, используя камертон, немножко слуха, и у вас будет гитара полностью настроена. И, ну, используем даже вот этих приборов, то есть можно его даже не использовать. То есть была сильно расстроена, не знаю в связи с чем, но струны очень тянутся, боюсь, что они лопнут, все-таки они не новые. И время от времени их вот так вот растягивать, я очень побаиваюсь это делать. Ну что ж, в принципе, целью сегодняшнего урока было показать, как настроить гитару. В дальнейшем будем вспоминать, как аккорды. Честно, я никогда не играл. Немножко практиковал, но именно играл раньше всякие вот эти. То есть вот всякие такие переборы. Всякие переборы играл. Всякие вот эти вот штуки. Ну, опять же, если играть перебором, то, в принципе, нельзя некоторые
ну, песни сейчас в основном играют аккордами. То есть нет такого перебора, как бы. Можно так играть. Но в основном играет бой-бой. С боем у меня проблемы. Потому что реально не могу играть. Вот, ну, всегда играл. И там 7 лет, почти 6, играл просто переборами всякие, там, какие-то барре ставили там. Всякие вот эти вещи играли. Не играли никогда аккорды. Аккорды, ну, всяко, перебор брали. Буквы там, G, M, M, я, в принципе, вообще не знаю. Вот, как бы это абсурдно не было, но это так. То есть, играя на классической гитаре перебором, можно не знать аккорды. Есть такое. Вот у меня так было. Ну вот, недавно я начал изучать, опять аккорды взял. Взял табулатуру, то есть раскладка, как пальцы там ставят, чисто схематично там. И в принципе получается. То есть я пока еще не укладывал свои видео, которые я играю песни Цоя и прочее, буду выкладывать их в дальнейшем. То есть строго не судите, потому что я как новичок в этом деле, и сам буду учиться, как бы смотреть и по мере возможности как-то повышать свой уровень игры. Что могу сказать? Медиатор. Медиатора у меня нет, потому что играю пальцами. Знаю, что нужно специально ногти растить, но у меня ногтей сейчас почти нету. Смотрите, почти нету ногтей. Все обрезал. Вообще не предназначена гитара. Красивый аккорд. Это как такая коррида. Но всякие вот эти штучки я помню, как их делать. Эти, да, всякие флажолеты помню. Это отлично. Но вот с аккордами беда. Честно. Если мне сказать, допустим, соль такой, соль. Соль, буква G. Ну, G. То есть соль, верхний соль, нижний соль и ля. Это палец на ля, это палец на ля, второй лад, то есть соль, это буква соль. Аккорд соль диез, что ли? Нет, не соль диез, просто соль. Честно, я вообще не знаю, как они называются, просто, скорее всего, по имени буквы там или как-то. То есть, если G, значит соль. Если там АМ, значит АМ, наш АМ. Я сам не помню, что я играл вот последний там месяц, буквально полтора. То я и помню, то я вам рассказываю. Ля, ми, ля, ми, ля, до, АМ. В дальнейшем буду еще выпускать уроки, рассказывать. А пока что, наверное, сегодня будем закругляться. Уже видео получилось довольно-таки длинное. Сегодня мы разобрали, как настраивать гитару с помощью камертона, Clarissimo. Очень хороший камертон, вот сколько лет уже лежит, и все до сих пор отлично себя чувствует. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, буду выпускать новое видео по гитаре и разбирать всякие аккорды, и в общем, будет много интересного. Всем пока!